и пропускает лоу в оверхед сальто. В принципе, чуть-чуть дамага дает, но главное валит этого на землю. И отличный подкоп прям в ноги. Мало хп у Дангаса. Пропускает он на прыжку. Сокрон говорит, я не хотел, чтобы ты пропустил на прыжку, я хотел, чтобы пропустил оверхед. И тогда пропускает оверхед. И это резет. Теперь оба товарища в лузерах. Опять 0-0. И нас ждет еще куча подкопов и палок. Экс-дайв-кик в блок. Пошел прайсинг. Дат-прэша. И опять стрелу наказывает, но не получается. НЖПшка летит она не в ту сторону. Хотел нагло Кунг-Джин оверхедиком наказать, но получил лоу, зато дайв-кик решил проблему на какое-то время. Отодвинул он шинок от него. Арморчик не успевает наказать. Опять спарки, опять зонинг этими сладкими спарками. Ох. Даже подпрыгивает Кунг-Джин. Хочет он, чтобы как-то она посочнее вошла. И миксапчик. Нет, на фуллскрин отодвигает Дангас и стрельба. It's a super plus, but бластера убивает. Опять зонинг, война. Подбежал, сделал лоу, но вифнул второй хит, к сожалению. И отличный подкоп опять. Все подкопы, они отличные, потому что это подкопы, к сожалению, блок. И на 35 за такое он наказан. Решил миксануть Дангас, не сделал D4 в спарке, а сделал D4, подождал, а сделал в спарке, но это не сработало. И просто наглая напрыжка, к сожалению, она не антиэрится Дангасом, и он за это получает по голове. Это раунд. Раунд, который начинает в углу, но в принципе у него есть 2 метра, это значит 2 опасных подкопа. 2 лопаты за спиной у него есть. Делает он спарки, выходит он в чип, копит метр. Он хочет, чтобы его подкоп был максимально неожиданным, но, к сожалению, Сокрон готов. И оверхед пропускает Дангас. Приходится ему брейкать, иначе это был бы матч. Пропускает лоу. Если Сокрон не дропнет, это 1-0. 1-0. И Дангас уходит в плеер селект. Ой, берет он. Хаубоя. Решает он, что кукшейпер или боншейпер, как по-другому, ему уже не поможет и нужен ему ковбой. Посмотрим, помнит ли Дангас вообще, как играть этим парнем. Пока не очень это заметно. Кунг-Джин где-то рядом прыгает. Оверхедик. Вот он, чудо-стринг, чудо-бросок. Соник Фокс где-то смотрит и умиляется. Вот медленная бомбочка. Это, конечно, не прожектайл шинок. И отличный слайд-блок. Не успевает наказать Кунг-Джин. И да, это будет паниш. Не хочет помещать его он в угол. Хочет он играть с ним на мид-скрине. Не пропускает оверхед в экс-бомбочку. И, скорее всего, это раунд. Но нет. Дропает камбуленьку. И просто... меч. При том, что нет у него ни брейкера, есть 2 метра у Кунг-Джина, это мог быть, в принципе, камбэк, но... рассчитывал на командник Сокрон, командника не было. Опять бомбочка, причем не экзовая. Наказание армора. Нет, не успевает. Еще один армор. Нажимал какие-то кнопки Дангас, получил он по голове, но дропает камбу Сокрон. Вот он, чудо-стринг. Опять дроп камбы. Нужно собраться, нельзя дропать. Обычная бомбочка, даже не экзовая, и не успевает ее наказать. Очень любит лоу, просто он хочет, чтобы съел этот лоу. И отпускает блок на взрыве. Мало хп. Сейчас будет чудо-стринг. Нет, другой чудо-стринг, и это 1-1. Ковбой оказывается в порядке. Просто оверхед одиночный по голове, чтобы забрать метр. Бомбочки кидает. Да, если вовремя кидать, он будет по ней приседать по стрелам, и в принципе все будет нормально.
Ковбой Мэна опять командничек. Нету Кунжина армора. Сложно ему сейчас выйти из прессинга. Вот он появляется. И пропускает он наверх. Это экс-бомбочка. Очень мало хп останется. Закончит мячом. Нет, решил дропнуть. Отличное решение. Зато выходит в командник. Мало хп. И отпрыгивает и бьет палкой по голове. Еще два миксапа от Кунжина и дело в шляпе. Нет, он тоже решает дропнуть. Отличный зонинг демонстрирует Эрен Блэк. Просто пистолетом, вместо того, чтобы сразу выстрелить, он делает красивые па, но не получается. Командник молоко, и это раунд таким камбэком нереальным. Не захотел ковбой брать, просто этот раунд отказался. Ох, и комба через бомбочку, очень даже красиво. Вот он тоже умеет копать, Эрен Блэк, но не лопатой, а как бы ручками из-под себя он кидает земельку. Любит Дангас. Видно, что все его персонажи как-то связаны с землей, с копанием. Видимо, какой-то у него есть фетиш. Блочит оверхед. Сальтушечка. Да, да, один в блок, и Дангас полез. Получил он 3 единички и комбу. Очень мало хп. И просто подкатывает в красивой стоге к Кунг-Джину и начинает свой оверхед. Да еще один оверхед. Если не дропнет, это раунд. Но мы знаем, что Дангас не из тех, кто не дропает. То он из тех заслуженных дроперов России и ближнего зарубежья. 2-1. В пользу Сокрона. Оба пока занимаются вифированием. Хорошо впрыгивает Кунг-Джин. Больно. Очень больно будет. Причем еще и метр забрал. Опять Лоуд конфермит в сейф. Оверхедик. Пропускает лоу-бомбочку, видимо, ждал он кого-то командника или еще какой-нибудь хитрой штуки. И не получается у Дангаса футси с ногой его фирменной. Конечно, светофор, надо бросить светофор. Ой, хорошо ловит на приземлении. Чуть отнимает. Да, и армор между стрингом и бомбочкой, чтобы наказать наверняка. Нет у Кунг-Джина метра, это целый раунд у него в запасе. Лоу. Угадывает лоу Сокрон, готов он к этому. И опять отпрыгивает и палка бьет. Уголок. И отлично опять подкапывает под земля, себя землю. Отлично просто вив слайда, чтобы продолжить прессинг. Это известная, видимо, техника, но только Sonic Fox считает ее бесполезной. Опять командник, очень мало хп. Да, нету смысла здесь не арморить, ничего, пытается просто выпрыгнуть Сокрон, не хотел он в углу оставаться. Но зато, казалось бы, угол, но у него такая труба красивая сзади лежит, нужно быстро ее использовать. Теперь везет Дангусу, наконец-то он оказался в углу рядом с этой трубой. Дангас даже не дропает комбу, зато ест армор. Лоу, никуда. Оверхедик. И дайв-кик. Рискнул Сокрона, сыграл это. И экзовый дайв-кик еще раз рискнул, но в принципе не особо. За метр не считается. У Дангаса нет стамина, очень хочет подойти к Кунг-Джину, но не получается. Это 3-1. 3-1. И Дангас думает, идет он в Player Select. Да блат года, слышь. Решает он вернуться к Шину, к Боншейперу, непобедимому копателю. Понимает он, что копать руками и копать целой лопатой — это разные вещи, лучше брать лопату. Хитрый Сокрон начал блочить его подкопы, и стало сложно. Но лопата, тут же вернулась фирменная лопата. Чудо-прессинг и лопата в никуда. Это грамотно. Спарки. Экзовые, выходим на комбуленьку. Чип, копим метр. Не успевает наказать Сокрон. И опять спарки. Да. Очень мало хп осталось, очень сложно будет пройти. Спарки все отнимают и отнимают. Просто без конца их делает не пройти сквозь эту стену. Еще спарки.
5 с парочки. Можно просто говорить постоянно спарки, подкоп. И оверхед пропускает Дангас, не хотел рисковать, и решил сделать спарки. Пытается отзонить, он не пустить кунг-джина к себе. Ох, вот этот секретный тэч думал, видимо, Сакрон, что сейчас будет НЖП, хотел красиво сбить, но не получилось. И в углу шинок нужно как-то выходить, нет, его бьют опять палкой по лицу. И вот это было неплохо, просто убежал он из-под впрыжки, начал ее наказывать, но быстро, к сожалению, закончил. Пропускает лоу и дропает комбу. Спарки и фритейк, наверное, не лучшее решение, когда ты не можешь их заканцелить. Нужно Дангасу здесь выиграть, потому что счет 3-1 будет, в принципе, 3-2 не так плохо. 4-1 это так себе. И лоу рискнул сейчас Сакрон, потому что блочил иногда оверхедик Дангас, но за это был наказан. И наказывает, наконец-то он спарки, не было метра у шинок их заканцева, были они слишком близко, третья вифнула. И вот он в углу. И пытался заантикрасабить апперкотом, но не в ту сторону. Обычный подкоп, даже не арморный. 22. Очень мало хп у шинока, метра нету. Жизнь боль, но спарки могут спасти положение. Да, конечно, Покова в колесо. 4-1. 4-1, матчпоинт. Скоро очень близко может быть матчпоинт у Сакрона. Опять попускает лоу. Крутится, вертится в диске. Подкоп. Нет, дропает комбо с подкопом. Да-да, доделывает, в принципе, угловую. Получается мне через D1 поку конфермить. НЖП. Опять в сальтушечку. И единичка в лоу. Очень мало хп у шинок. И по метру преимущество тоже у кунг-джина. На этот раунд. Матчпоинт. Матчпоинт для Сакрона. Глина в России непобедима. Казалось бы, неплохой вариант выиграл, в принципе, Дангас. Есть у него, конечно, еще шанс выбрать против глины лопату, потому что издавна лопата побеждала глину, но пока не получается. Отходит Дангас. Решает он по зоне с парочками. И D4 в спарке. Фирменная техника. Оба игрока жестко трейдится. Перебил в воздухе, сейчас будет выстрел, должен чипом он убивать. Бам, да. Не хочет Дангас отдавать игру. И лоу, интерактабл, красивый мультик, 13% за метр. Стоило ли это того, это вопрос. 5 экзовый спарки, тратит метр Дангас, хочет побольше дамага, перейти в какой-то прессинг. И чуть-чуть лоу он задерживает и встает как раз кунг-джин. Просто наглый Сакрон встает 3 единичками на викапе. Вив спарков не успевает наказать. Зато практически рандомный какой-то армор залетает и очень даже. Нету метра у шинока. Пропускает лоу эксальта. Очень мало хп. Экспарки в никуда. Пощечина и все. Это ГГ. 50 тысяч рубликов уходит Сакрону, он пьет пивас, обмазывается им, снимает футболку, бегает по залу, кричит.